Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ввиду некоторых аспектов, написанных в тексте, я не буду их озвучивать в силу профессиональной этики и вопросов конфиденциальности. Просто в общем постараюсь описать ту ситуацию, которая произошла у автора вопроса. Автор вопроса говорит о том, что столкнулась с болезненным расставанием и нет сил жить дальше. Кажется, что лучше уже никогда не будет. Ей 24 года, паре 23, встречались 1,5 года. Первые ее серьезные отношения. В них было много ссор, в том числе по ответственности автора вопроса. Она говорит, что часто начинала их сама и говорила, что уйдет. Но тем самым любила его больше жизни. Вот. Поддерживала во всем, забросила все увлечения. Вот. Все прощал. Ну, забегая чуть вперед, хочется сказать, что и сейчас также есть готовность все простить. Значит, дальше. Произошла неприятная история, когда молодой человек, в общем-то, получил проблемы с законом по некоторым действиям, которые я озвучивать здесь не буду. Автор вопроса, случившимся, начала винить себя, думала, что он так поступил из-за того, что она постоянно пилила, да то, что он не работает, не хватает денег. Вот. Сама она работала и училась, покупала часто ему продукты и одежду. До сих пор винит себя, что ей хотелось цветов, каких-то небольших подарков. Недорогое колечко или другую безделушку. Как выяснилось после расставания, значит, что молодой человек нарушал законы ранее и, более того, много врал ей, значит, нашла переписку с другой девушкой, вот, ничего криминального, но там обсуждались некоторые интимные моменты. А потом врал мне, что устроился на работу. Пишет автор, всю неделю якобы на нее ходил, хотя не работал. И многое другое. Последние пару месяцев со мной вел себя отвратительно, буквально издевался морально. Один раз даже спорил, почему я ему все прощаю. Мог срывать встречу, когда я его уже спала. Не отвечать на звонки и так далее. Как-то сказал, что он на меня может выделить не более 2 часов в неделю. Я уже начала подумывать, что пора расстаться, и об этом ему говорила. На что мне отвечал, хочешь уходить? Уходить? Хорошо, иди, я буду страдать один. Тут случилось самое болезненное. Он сам меня бросил на следующий день после моего дня рождения. Обещал совместный поход в кафе, в спа, и в кафе сказал, что уходит. Уходя, сказал, что все еще любит и когда-нибудь снова появится в моей жизни. Я ему уже все простил и готова принять, несмотря на все. Пытаюсь написать, не отвечает. Когда звоню, не берет, хотя и не блокирует. Не думала, что это приведет меня к такой зависимости. После расставания прошло 1,5 месяца. Я не могу жить нормально, работать. Хочу, чтобы меня обняли, сказали, что любят, и все вернуть. Как бороться с этим состоянием? Ну, совершенно очевидно, что самый лучший способ не бороться, а работать с этим состоянием, это психотерапия. То есть вам нужно обратиться на психотерапию, да, то есть выбрать себе психолога и планомерно начать с ним работать. Вот. Что вы описываете? Давайте посмотрим, что вы описываете. Описываете вы низкую самооценку, страх одиночества, страх, что вас бросят, это вот
то, что довольно сильно, я бы сказал, ну, довольно сильно бросается в глаза. Вот. То, что вы себя не принимаете. И то, что вы себя обесцениваете по факту. Вот. Но самое главное, как мне кажется, что по вашему сообщению становится очевидно, что вам ваша жизнь неинтересна. То есть вы по большому счету своей жизнью не живете. Вы живете жизнью молодого человека, то как вы, ну, довольно быстро получается отказались от своих увлечений, от своих друзей. На мой взгляд, свидетельствует о том, что ни ваши увлечения, ни ваши друзья вам особо интересны никогда не были. Вот. Также я бы сказал, что имеется потребность в безопасности. Вот. Вам хочется чувствовать себя в безопасности, вам хочется ощущать себя в безопасности, потому что есть некоторая, на мой взгляд, базовая тревога. Вот. Собственно говоря, это базовая тревога, по-видимому, способствует тому, что вам ничего особо не интересно. Вот. Вот, наверное, пожалуй, это основное, что можно сказать, да? То есть зависимость у людей появляется, когда их собственная жизнь представляется, ну, такой, знаете, достаточно пустой, достаточно неинтересной для них самих. И, на мой взгляд, вот то, что вы описываете, это, к сожалению, история про ну, история про пустоту вашей жизни. К сожалению. А можно ли это подкорректировать? Да, можно с вами поработать, как-то вот поисследовать, ну, в первую очередь, вот, вашу ситуацию, да, вашу личность, посмотреть и подобрать скажем так, подходящую методику, вот, чтобы вам было проще, чтобы вам было комфортнее, чтобы вам было приятнее
сталкиваться вот с терапией, с психотерапией, конечно же. Вот. Я не буду говорить о том, что ваша ситуация легкая, потому что это было бы неправдой. Вот. Зависимость, она не возникает на ровном месте. Зависимость появляется ну, в силу, в результате системной модели поведения. И в данном случае речь идет также об этом. Вот попробуйте увидеть то, для чего и ради чего вы ну, перестали заниматься своими увлечениями и бросили своих друзей молодым человеком. Это важно, потому что, ну, в общем и целом, могло бы помочь лучше вас понять. Попробуйте увидеть, ради чего вы готовы простить, то есть чего вам хочется. Вот. Вы говорите, что, ну, что состояние для вас достаточно болезненное, вот, и вы говорите о том, что вам кажется, что лучше уже не будет. И очень бы хотелось, чтобы на это вы обратили свое внимание. Также, то есть, чтобы вы заметили, каким образом вы приходите сейчас к этому, каким образом вы считаете, что вся ваша жизнь находится в мужчине. Было бы очень хорошо, если бы все это вы смогли бы для себя посмотреть. Понимаете? Потому что зависимость не образуется постепенно. Она, простите, не образуется сразу. Зависимость образуется постепенно. И, соответственно, речь здесь идет в первую очередь про то, что вы себя, по большому счету, начали предавать, как мне кажется, уже давно. То есть уже давно вы начали делать, ну, скажем так, что-то против себя, да, предавать себя и так далее. Вот. Вы говорите о том, что это первые ваши серьезные отношения. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы здесь вы увидели, какое значение для вас имеет тот факт, что это ваши первые серьезные отношения.
У меня просто складывается такое впечатление, что и ваша потребность в романтике, и ваша потребность в подарках, и ваше чувство вины, в том числе, связано с тем, что вы отношениями по факту дорожите и дорожили больше, чем как бы, собственно, взаимодействовали с личностью мужчин. Ну, вообще говоря, это правда, потому что довольно сложно взаимодействовать с личностью мужчины, когда, в общем и целом, тебя волнуют отношения. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысле вам необходимо, конечно же, также поработать. Я думаю, что вам необходимо, ну вот, на это постараться обратить свое внимание в силу того, что это достаточно важно. Вот примерно, пожалуй, такой ответ я бы мог вам сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да, предложить. Вы почти ничего не пишете про себя. Вы почти ничего не пишете, ну, как бы, про свои собственные переживания, кроме вот некоторых моментов, да, где, например, вы описываете, что вам больно, что кажется, что, ну, что лучше уже не будет, вот, но это достаточно неглубоко, то есть это достаточно такая поверхностная достаточно история, вот, и на мой взгляд нужно, конечно, постараться раскрыть несколько более подробно именно вашу что называется, субъективную сторону, то есть раскрыть ваше, что называется, отношение к тому, да, про что вы говорите, к тому, о чем вы говорите, ну, потому что сейчас это слишком общее, вот, ну, это достаточно общее получается, вот, и мне кажется, что, ну, вот, совершенно в этом смысле очевидно, что ну, нужно раскрывать более подробно то, что вы описываете, и то, что с вами происходит. Вот. Я думаю, такой ответ можно дать вам на данный момент. Что еще хочется сказать? Хочу, чтобы меня обняли и сказали, что любят, и все вернуть. Вот попробуйте опять же увидеть здесь свою потребность. Какая она? В чем она? Это важно. Важно, чтобы вы увидели эту потребность. И важно, чтобы вы увидели, чего вы хотите, когда пытаетесь написать, но он не отвечает. Вот. Важно, чтобы вы увидели, чего вы хотите, когда говорите, я уже все простила, готова принять. Вот. То есть традиционно здесь история про то, что вы себя обесцениваете. Традиционно здесь история про то, что вы как бы вот, себя как личность не замечаете и не слышите, вот. А вся, как бы вся находитесь вот
в другом человеке. Вполне возможно, что момент здесь такой, что имеет смысл поисследовать, так скажем, ваши отношения в семье, вполне возможно. Хотя это и не точно, но, может быть, это пригодится. И в принципе, дальше уже будет как-то видно, в каком направлении вам можно и нужно двигаться. Вот. Дальше. Чувство вины. Чувство вины – это, на мой взгляд, история про ответственность. То есть вы вините себя, с одной стороны, за то, что, ну, что-то потеряли, совершенно очевидно. Вот, нужно понимать, что вы потеряли. Но с другой стороны, нужно увидеть, начать видеть, точнее, ваши личные границы, которых сейчас, к сожалению, вы не видите и не замечаете. Вот это большая проблема. Вот такое направление я бы вам предложил бы в качестве психотерапии. Вот. Ну и страх одиночества, конечно, тоже не заполнено в вашей жизни, конечно же, тоже. Да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.